Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. Ну и гости моего канала. Меня зовут Денис. Я живу в данный момент на полуострове в Халкидиках. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Сегодня небольшой обзор нашего поселка. Ну и приятного просмотра. Полетели. Так. Чем спускаемся? Сегодня 11 мая. Как видите, тишина и спокойствие. Спускаемся к морю, поднимемся ближе к центру поселка, посмотрим, какая обстановка там. Вот. Ну и скажу вам сегодня, какая водичка, теплая или нет. Вот мой конь, привет, мой сладенький, как я тебя обожаю. Давай прокатимся. Сегодня прекрасная погода для загара. Но пока есть у нас дела, поедем наверх, потом позагораем. Пробежимся по ценам примерно, чтобы вы понимали. Молочка 2 евро. Я не знаю, как выйдет. Видите? Все не получается заснять. Тем более камеры везде стоят. Но цены немножечко завышенные, потому что это, опять же, это сезон. Так, находимся на центральной улице. Вот туда приходят все автобусы в поселок Полихрону. Сейчас вот проехался дальше церкви, ребята открыли парикмахерскую, мужская парикмахерская, стрижка стоит 10 евро, узнал, вот, ну, центральный пятачок у нас еще полузакрытый, вот есть еще один магазин же, так, чтобы вы знали. Поехали дальше, в конец села, приехали в один из апартаментов в том году. Здесь снималась квартира. Сейчас пойду хозяина искать. Хорошая квартира у него, двухкомнатная здесь. Может, номер телефона какой-то есть. Да, номера ничего нету. Сейчас пойдем выше. Двухкомнатная, с кондером, с холодильником, со всеми удобствами. Ну что ж, никого не нашел. Ну давайте будем двигать дальше. Покажу вам еще что-нибудь красивое. Как видите, все апартаменты еще закрыты. Никого нету. Только начинают хозяева сами приезжать сюда. Эти апартаменты рядом с морем. Ну, вообще, здесь село маленькое, село, поселок, поэтому все находится рядом с морем. Вот. Вот мы спустились уже. Вот большая гостиница, и она такая в полунеготовом состоянии. Выехали мы немножечко в сторону Ханьоти. Сегодня до Ханьоти не буду ехать. Примерно, чтобы вы понимали, какая дорога, какое состояние сейчас жилых домов. Там вот уже через улицу сразу же море. Что не особо убрано. Ну и все дома закрыты. Людей практически нету.
вот красивые тоже домики. Моя рука лучше стабилизатором. Всем привет. Мы в Калкидиках, да? Вот тоже стройка идет. Все за забором, но там три дома строятся. Маленькая экскурсия для вас сегодня. Все для зрителя. Дорога в некоторых местах, конечно, ужасная. Ехать мимо, но это просто красота. Посмотрите, маленький домик, высокие деревья, такой участок большой. Вот это красота, красиво очень. И там сразу же выход на море, бомба. Ну что ж, двигаемся на пляж, ребят. Ну что ж, узнал я информацию по поводу апартаментов. Значит, апартаменты в этом году, апартаменты двухкомнатные, если поискать, можно найти от 50-60 евро за сутки. Вот. И уже по договоренности вы уже договариваетесь. Если на месяц будете снимать, то может какая-то быть скидочка. Вот. Есть апартаменты за 100 в сутки, есть за 200, есть за 350. Там уже такие виллы более-менее, ну, большие, да. Вот, но все-таки можно найти. Но это район будет где-то на месяц, это где-то полторы и выше, в хороших условиях. А если снимать просто одну комнату, допустим, на два человека, это будет стоимость сейчас 30-35 евро в сутки. Вот такие вот цены на сегодняшний день в Халкидиках, в Полихрону. Так что всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал, ну и до новых встреч, до новых видосов, всем пока!